Сейчас мы с Эльдаром посмотрим вот такую игрушку Star Wars. Как она называется? Боевые кубики Звезда Смерти. Такое страшное название. Я не смотрела ни одной части Звездных войн. Для меня это вообще загадка, что это такое. И для Эльдара тоже. Но это игрушка для детей. Поэтому мы посмотрим, что это такое. Достаем нашу звезду. Здесь у нас внизу что-то прикреплено. Наверное, это инструкция. Мне она нужна. Эльдар нашел какую-то козявку. Еще здесь есть кубик, а это игра, видимо, какая-то. И монетка. И две монетки. Не потеряй хоть. Инструкция. Мы, может, без инструкции разберемся. А, это какая-то карта. Здесь обозначение. Зона 2. Короче, это игра. Тут, видимо, надо бросать кубик. Тут просто все не на русском. Так, достаем наш боевой кубик. Он в разобранном виде у нас. Нужно здесь, сынок, сзади открепить. И у нас тут такой какой-то шарик. Я вообще не знаю, что это. А сколько все это стоит? Это стоит 500 рублей в детском мире. Давай. А вы же не там покупали. Зачем вы делаете рекламу? Ну, я не там покупала. Но я только там цену смотрела. Я это выиграла в конкурсе. Мама. Просто для интереса, сколько это стоит, посмотрела в детском мире. Подожди, Эльдарчик. Боюсь сломать. Боевой кубик. Как с ним играть? Надо все переводить с английского. Теперь как его открыть? Как его открыть? Star Wars. На нее нажимать. Да, нужно нажимать на надпись Star Wars. И что дальше? Судя по самолетикам, кто-то уже победил. Где кубик? Короче, ложишь все это на фоне. Ложим на фоне. Куб должен быть закрыт. Если что, оператор первый день работает у данного YouTube-блогера. Сынок, куб должен быть закрыт. Это не пиратское кино. Мама! Просто оператору не доплачивают. Сейчас мы будем играть, ты будешь... Бросай кубик. На. У тебя выпало две звездочки. Это два удара. А у мамы выпало тоже две звездочки. У мамы тоже два удара. Ложишь и нажимай сюда, нажимай. Да, нажимай. Сильно. Короче, ты пробил мамину броню. Ва! Пробил и завоевал звезду. Тут какой-то червяк. А это атака. Ну, типа там. Это 8-битная или какая там типа? Атака! Турум, я тум, повредила тум, ваш кубик. Пом, атака! Пом, 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 порум, пом. Трш, типа трш. Да. Трш, трш. Классно. Наверное, они тоже должны вылетать как-то, нет? А, все? Замечательная игра. Тут еще есть монеты.
Я не поняла пока для чего. Это фишка нападения. Что ты типа захватил. Ну вот, такая вот игра. Мы поиграли на простом уровне. Есть еще сложный уровень. Это когда кубик закрывается. В следующем видео вы посмотрите Лего. Это я говорил. Только не будем говорить, что это тоже Лего Star Wars. А я говорила вначале. Это Галактическая Империя. Battle Pack. Да. Мама! Ну, типа там попрощайтесь. Пока-пока, помаши, сыночка. Пока-пока, мы будем открывать новую игрушку.